Всем привет! Все утро у нас лил дождь, конкретный такой сильный дождь. Сейчас вылезло солнышко, я решила сходить, мне надо клей купить, чтобы шарик приклеить к этой девице. И, кстати, эта девица, можно сказать, продана, потому что, ну, с шариком, который... Что за дама здесь? Потому что знакомая, с которой я когда-то работала, Верка, решила купить, я ей скидку сделала, поэтому она решила себе купить. Мы с ней уже давно, с 12 года, наверное, где-то знакомы. Очень классный человек, она даже изделие к себе в магазинчик брала. Тогда, когда я на блесточки поменялась, может, кто помнит, там полгода назад, может, или год даже, полгода даже, наверное, уже прошло. Вот, на блесточки менялась с ней. Короче, она решила купить эту девицу, поэтому приклею шарики, все. Сейчас решила сходить на почту, заберу посылку, цилиндр там, по-моему, приехал. Ну, форма в виде цилиндра, короче, там будет подсвечник. И что еще? А, и в магазин. Хочу купить пельменей на вечер, а уже на завтра и прям на обед буду делать, наверное, макароны, возможно. Я размораживаю мясо, поэтому пельмешки надо и что-то чисто мне сейчас вот перекусить. Посылку забрала, направляюсь сейчас в магазин. Надеюсь, я под дождь не попаду, потому что тут вообще местами. Сначала солнце, потом дождь. И, скорее всего, на завтра надо будут свечи, поэтому я договорилась с Верой, что завтра ей завезу. Она там работает недалеко, поэтому девицу эту затащу ей. Сейчас еще клея надо купить, не забыть бы. То я уже, вон, пока до почты дошла, забыла. Приклею этот шарик. И все прекрасно. Я уже дома. Увидела, что привезли картошку дешевую по 3 рубля за килограмм. В итоге, думаю, возьму-ка картоху с соломкой. В масле пожарю. Что-то типа картошка фри, только та рифленая, а это не рифленая. Сырный соус к ней. И вдруг захочет Денис кетчуп. Поэтому взяла и то, и то. Вот таких вот вафелек 5. Это с орехом. По 43 копейки. Конфеты мятные. И вот такая вот шоколадка. Вообще обалденная. 4 пакетика, 3 в одном. Кстати, кто не пробовал, попробуйте. Есть еще клубника со сливками, по-моему. Но это лучше намного. Хотя как бы кофе с молоком на любителя, кажется, но нифига, она очень вкусная. Вкуснее, чем с клубникой. Ну и все. Вкусняшек чисто набрала. Где там чек? О, в каком он состоянии. А вот чё почём. Так что сегодня пожарим вот этой вот картохи с соусами. Вкусненько будем кушать. Да? Ага. Ему наложила тоже поесть. Начало первого. Загружаю параллельно видосы. Пока я ходила, у меня видео загружалось. Ну и, собственно, пойду сейчас баночки шлифовать. И попозже немного буду заливать свечи. Да. А, и забыла еще показать. Купила вот этот вот клей. По рубль 0,3. Склеивает мгновенно. Посмотрим, как он вообще будет. Но так вообще по 2,5 рубля уже за одну такую штучку. В итоге думаю, ай, дешевый какой-нибудь возьму чисто на пробу. Надеюсь, он, конечно, приклеит. Это было бы здорово. Все, я отсюда это все убираю. И вот такая вот форма пришла. Типа будет такой цилиндрик с дыркой. Типа подсвечник такой. Вот, уберу это все. Пойду смонтирую еще какой-нибудь видос. Попью кофеек. И усё. Мясо у меня размораживается. Есть буду готовить уже, не знаю, либо прям поздно, либо вообще утром. Ну, скорее всего, может, попозже что-нибудь там сделаю. Все, разгребать надо это все. Ну, короче, все. Абрикос полностью. Соседи спиливают. Вот так вот. Было такое классное дерево. Заболело. Боже мой, чтобы они там еще не поломали. Просто обалдеть.
Да, видали? Ох ты что, кот тут тоже в шоке. Вот так. О, ос уже дома, блин. Кот, короче, в шоке сидит. Типа, что за фигня, что за фигня? Тут соседский кот как-то был, заходил черный. Зашел, и видно, кот учуял запах этого кота, потому что кот съел все из его тарелки. Ну, дверь открыта. И он сейчас просто уже это третий день, как какой-то сумасшедший ходит, типа, кто тут, что тут, выглядывает, подкрадывается, короче, прям всю территорию охраняет. А сегодня тот пришел, видно, воды попить. Ну, там хозяева очень старые, то я того кота не гоняю, пусть ест, пьет, мне что, жалко, что ли. Так этот как надыбился тут, прям капец. Я думала, шкура слезет с него, так уже прям пучился, бедолага. Но в итоге никуда сейчас не уходит, а просто ждет, видно, того кота. Я потом того кота, ну, уже прогнала, потому что он просто начал, короче, устраивать тут чуть ли не бой с моим. Ну, я так шикнула на них, и они поразбегались там в разные стороны. Так этот полетел его, короче, это лупить, походу. Обалдеть, да. Ну, уже будут, наверное, полностью под корень это дерево. Так непривычно. Пенечек сейчас только будет. Офигеть. Да, столько лет видно. Потому что всегда такой куст, а тут опачки. И сразу на соседней улице виден дом. Приклеила шарик. На клей вообще супер. Клеится обалденно. И покрасила дно. Пока делать мне нечего, решила просто сделать гель-лак с блесточками. Какой-то тут нашла. В итоге просто покрою. Гелем укреплю и, собственно, блесточками просто покрою. Вот такие пироги. Отделать нечего, поэтому решила красоту тут навести. И что-то типа судов идет, какая-то передача. Все, мои коротышки блестящие. Значит, дно лаком потом покрою. И заказали два шара. Будут два белых шарика. Один аромат черная смородина, а во втором будет пион и роза. Поэтому надо будет в белый покрасить два шарика. И, собственно, сделать свечи. И вот, а все, что остальное там останется, это будет на крамулелю. Так что эти в белый, все остальное в лак. Длину всегда срезаю, потому что царапаю в итоге изделие. Вот у нас погодка шикарная. Супер, кошатинка моя сладкая. И дали, что у меня тут? Хоть вылезло пару цветочков, но все равно. Все равно что-то да есть. Красота какая-то. О, сейчас видно на соседней улице все. Ой, автобус едет. Это в ту сторону, походу. Уже через час где-то Денис приедет. Вот этот вот скоро вернется назад автобус. И уже следующий, который поедет, уже... Денис на нем приедет. Ронечка, Ронюш, булочка моя, булочка моя, котеныш мой, сладкий мой, красивый ты у меня котик, да? Ты у меня красивый котик, да? Подготовила баночки, покрыла их лаком. Фитили тоже готовы, что по ароматам: смородина черная, пион и роза, жасмин, персик, сирень, лаванда и ландыш. Эти две на заказ, а все остальное в крамулелю. Все-таки сказали, уже все проданы свечи, поэтому завтра понесу. Но в итоге все-таки решила сегодня сварить, сварила, завтра останется завести и отдать две свечи из заказа, которые тут 20 штук. Все такое классное, красивое. Обалдеть. И можно со спокойной головой ложиться спать. Утром приготовлю поесть, соберу обед. А пока что все. Потому что утром варить, конечно, это такая тема. Ну, что надо встать, а встать не хочется пораньше. И в итоге я лучше посплю подольше. Поэтому все. Сегодня все сделано. 20 свечей. Завтра также еще завезу ту девицу с шариком. Эти свечи в магазин. Ну и две из заказа отдам. Одна вот такая вот с веточкой лаванды. И лавандой сказали посыпать. Тут черные смородины. Это попросили такой декор. Вот. Тут пион и роза.
Ну и, собственно, темные такие вот розы. Конкретно темные. Ну и два белых шарика. Светлая тут лакированная. Хотя лакированная, с одной стороны, многим вообще, в принципе, больше нравится, чем белая. Потому что, как в магазине сказали, говорит, когда белым красишь, оно какое-то типа как искусственное смотрится. Так что все, красота готова.